Нижнем Новгороде начато производство улучшенной версии «Газели» – самого популярного коммерческого автомобиля в стране. Новая модификация получила приставку «Бизнес». Мы побывали на торжественном запуске конвейера и опробовали машину на полигоне Горьковского автозавода. «Газель Бизнес» отличается от стандартной версии улучшенной комплектации. Заменены 10 основных узлов и агрегатов, в том числе рулевое управление, тормоза, амортизаторы, сцепление, кардан, опоры двигателя, синхронизаторы, подшипники. Модернизации подверглись коробка передач, подвески колес, задний мост и передняя ось. Увеличена коррозионная стойкость рамы, шасси, кузова и бензобака. Установлен аккумулятор повышенной емкости. Каким вы видите будущее «Газели»? Я думаю, этот продукт будет конкурентоспособен еще много лет. И я горд, что мы провели более 2 миллионов километров испытаний. Снаружи новинку можно узнать по новому бамперу и облицовке радиатора. Однако главное изменение — внутри. В машине появилось больше компонентов иностранных производителей, которые поставляют свою продукцию на конвейеры ведущих автомобильных марок. Это позволило улучшить качество и надежность «Газели», повысить комфорт и снизить стоимость владения. В салоне появилась новая панель приборов, аудиосистема и система отопления и кондиционирования, которая теперь управляется электронным блоком. Место водителя стало существенно комфортнее. Руль сделан из приятного на ощупь материала, и на нем поместились не лишние кнопки управления аудиосистемой. Твердый пластик панели выглядит презентабельно. Заменены панель приборов, подрулевые переключатели, стеклоочистители и система отопления. В кабине есть 3 бардачка и 3 подстаканника, а в зеркалах появился подогрев. Для водителя автомобиль стал легче в управлении. Для переключения передач, для нажатия педали уже не нужно применять большое усилие. Ездить на такой машине несложно, даже если вы не привыкли к коммерческому транспорту, а всю жизнь передвигались только на легковых автомобилях. Первые впечатления от короткого теста на зимней дороге вполне благоприятные. Машиной легко управлять, в том числе тормозить. В салоне достаточно комфортно и тихо. Органы управления расположены в удобных местах. Жаль лишь, что за ручником надо тянуться. Неудобно использовать его для разворота на зимней дороге. Впрочем, это шутки. А если серьезно, то перед нами вполне современный автомобиль. Революции с «Газелью» не произошло, но эволюция очевидна. Гарантия на автомобиль увеличена до 80 тысяч километров пробега или 2 лет. Вырос также и межсервисный интервал, теперь он составляет 15 тысяч километров. По оценкам газовских специалистов, стоимость владения таким автомобилем сократится на 10%. Цена «Газели» практически не изменилась. Самая доступная комплектация теперь обойдется в 425 тысяч рублей. Новая модификация будет продаваться наряду со стандартной и появится в салонах дилеров «ГАЗ» в конце февраля. В дальнейших планах компании выпуск «Газели» на газовом и на дизельном топливе.